live stream. Tonight, special guest, 8 p.m. Я буду представлять нашего друга. Это Артем Щербанюк. Очень хороший человек, очень хороший мой друг. Он исполняет много вещей, которые он умеет в своей жизни, но сейчас он служит как ведущий на телеканале «Надия». Он является ведущим многих программ, таких как «Е-проблема», «Украинская субботняя школа» в контексте, потом «Инша сторона», какие-то еще, я уже не помню. Но хочу порекомендовать всем программу «Философский камень». Это реально молодежная программа, где очень красиво, интересно, с разными декорациями рассказываются сложные теологические вещи. И я думаю, что это стоит того, чтобы посмотреть. Я знаю, что Артем пишет еще эти программы, поэтому будут новые выпуски. Обязательно, кто понимает украинский язык, посмотрите, не пожалеете. Хорошо, я буду с тобой знакомиться. Вот у меня такая есть традиция, есть вопросики, и ты будешь на них отвечать. Так, Тянин, голосовал ли ты на прошлых выборах? Да. На прошлых выборах украинских? Ну, наверное. Да, да, я всегда стараюсь голосовать. И считаешь, что для христианина это важно? То есть, окей, и христианин, он должен голосовать, и если должен, то есть какие-то... То есть, на что христианин в первую очередь должен смотреть? Да, хороший вопрос. Это хороший вопрос, потому что я сам юрист по образованию и по роду деятельности многие года, почти 10 лет. Я преподавал также право у нас в Украинском гуманитарном институте, и моя позиция такая. Христианин должен иметь гражданскую позицию и должен голосовать, когда это возможно, то, что называется демократические выборы, оно влияет. И позиция, во-первых, для меня это лично, как для христианина и адвентиста, кандидат, там, президент или партия, это являются ли они приверженцами свободы слова и религиозного слова. Это самый первый пункт, то есть это не хлеб, не обещание, но именно этот пункт, он показательный самый. Понятно. Хорошо, это важно. Идем дальше. Еще пару вопросиков. Ну, давай вот здесь. Было ли у тебя такое, что ты просмотрел за один раз весь сериал? Какой-то. Да. То есть да, настолько тебя просто заинтересовало, что ты не мог остановиться и просто вот все серии. Да, было. Было. То есть, ты не признаешься, что это за сериал, конечно. Я сейчас вспоминаю, что именно, не могу сейчас вспомнить, но... Хорошо. Да. Хорошо. Говоришь ли ты во сне? Если во сне, в смысле, когда мне снится что-то, я во сне что-то рассказываю, да. В своем сне, я говорю «да». Но если имеется в виду, что когда я сплю со стороны, слышат ли, как я что-то говорю, да, бывает. Что-то где-то там прорывается. Не очень много, но говорили, что было. Хорошо. Можешь ли ты назвать хотя бы 4 названия динозавров? Тиранозавр, бронтозавр, еще сейчас. Вот так, кстати, что динозавры очень интересны. Динозавр. Эта тема. Да, динозавр это общее название. Тиранозавр. Птеродактиль, бронтозавр и, кстати, это сын мой постоянно сейчас, как он нравится ему название. И что-то еще. А христиане должны верить в динозавров или нет? Да их, в них не надо верить, они были и, кстати, они и есть. Да это уже философский. Нет, если вы поедете на те же самые острова, где Дарвин исследовал своих юрков,
то там находится так называемый, ну, есть такой тасманийский дьявол, вот, и это, ну, это те, кто считается, кстати, в палеонтологии, они спокойно, они называют это выжившие по официальной науке динозавры, которые просто дожили до нашего времени. Хорошо, давай последний вопрос. Ну, один нюанс. Динозавр – это большой ящер буквально переводится, или ужасный ящер. Вот и все. Было ли у тебя так, что ты вышел с кинотеатра, а не досмотрел фильм? Нет. Не было. Нет? Хорошо. Любишь ли ты кантри-музыку? Да, есть такие, я уже не вспомню, какие есть исполнители. Есть какая-то классическая исполнительница такого кантри, она очень известна, я не помню, какие. Ну, например, в земней долине задоволенная. Это чистая кантри, да, кстати. Все, последние два вопроса. Делал ли ты какой-то пост в последние 24 часа в соцсетях? Да. Последний пост, который я сделал, да, есть. То есть это вообще, это полезная вещь в соцсети или лучше удаляться? Кстати, это абсолютно человек должен сам решить. Допустим, недавно вот один человек сказал, мне Бог открыл, что я должен удалиться из соцсетей. И я согласен, да, Бог ему открыл, он удалился, и он говорит, все, я свободен. А другой человек сказал недавно, мне Бог открыл, что я должен присоединиться к соцсетям и там начать действовать, ну, естественно, в каком-то, ну, стратегии. Для меня соцсети это не является каким-то таким, ну, очень специальным инструментом для вот конкретно какой-то идеологической работы. Вот, это средство общения, средство новостей, узнания новостей, ну, и в том числе какие-то представления моих, ну, интересов и в том числе и духовных. Хорошо, последний вопрос у меня был. Работал ли ты когда-то официантом? Официантом нет, но работал когда-то еще до своего христианства и адвентизма, работал в баре диджеем. Вау! Хорошо. Ну, я думаю, мы познакомились с тобой, и это очень приятно. То есть человек, который был юристом, еще я знаю, что и медиком, но теперь занимается теологией, служением людям и Богу, и также когда-то он был диджеем в баре. Вот такой у нас персонаж сегодня. Артем, я предлагаю, так как у нас в начале нашего субботнего дня мы вот так встречаемся для духовных размышлений, давай мы помолимся сначала, и потом ты обратишься к нам словом, какой Бог приготовил для нас. Я помолюсь вначале, а ты уже в конце тогда. Хорошо. Боже наш, мы благодарны Тебе за эту встречу, за возможность собираться вместе. Боже, благослови наше общение, также благослови Артема, который приготовил для нас Твое Слово. Пусть оно будет для нас понятным и актуальным. Будь с нами. Аминь. 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 Да. Так, моя я, часть, Артем, да? Значит, да, я буду смотреть за комментариями, если нужно будет, какие-то вопросы буду задавать, ты уже не отвлекайся. Ну, а твое дело переказать нам, да, Божью весть. Да. Хорошо. Все, друзья, я приветствую тех, кто есть в этом стриме, тех, кого я лично знаю. Есть такие люди, я вижу по участникам. Вот. Кого не знаю, но кто меня знает по телевидению, тех тоже приветствую. А с кем мы вообще не знакомы, кто первый раз меня видит, видит, тоже приветствую, рад встретиться. Сколько у меня времени есть, Андрей? 10-15 минут, думаю. А, все, окей, отлично. Значит, сегодняшняя тема, которую я хочу представить, ну, это не то, что тема, а такой один, мне кажется, важный момент из духовной жизни, который касается того, насколько наша вера является статичной или динамичной. Ну, как мне кажется, что жизнь, вообще такая штука, она требует у нас проявления веры. И иногда обстоятельства складываются так, что нам нужно подняться на новый уровень веры, а иногда это может, должен быть, как говорится, квантовый скачок. Ну, я это использовал в названии темы сегодняшней.
Вот, квантовый скачок веры. Почему квантовый? Потому что это, ну, если кто чуть-чуть смотрит там какими-то физическими, за новостями физики, да, то есть уже давно хотят сделать квантовый компьютер, который действует на просто фантастическом уровне. Ну, я просто один пример приведу, что недавно так самый примитивный там начальные разработки квантового компьютера, то, что обыкновенный компьютер линейного подсчета для него, для исчисления какой-то операции очень простой, ему нужно что-то там около 10 лет вроде, даже больше, то, ну, это очень простая операция, потому что вот, но как пример, квантовый компьютер эту операцию сделал за 20 секунд. И получается иногда, что вот у нас вера, обстоятельства требуют вот такой скачок, то, что у нас в обычных обстоятельствах нужно года опыта, там, развития духовного, чтения. А иногда бывают такие моменты, когда нам нужно сделать этот скачок веры за несколько секунд. И я такой приведу пример библейский. Он связан, и, кстати, это два примера, они соединяются, что вот линейное такое развитие веры и квантовый такой скачок нужен. Так вот, у нас есть Евангелие от Марка, в 5 главе такая история, которая всем известна. Вот. Она начинается с 21 стиха. Это история, Иисус появляется на берегу Галилейского моря, 5 глава, 21 текст. И он переплыл как раз со стороны восточной Галилейское море, где десятиградие, так называемое. Это известная история, где вы знаете, он исцелил там бесноватого, даже двух. И он переплыл назад, и в Галилее уже, он когда вышел, к нему приходит начальник синагоги. И эта история тоже известна, его зовут Иаир. И вот начальник синагоги, вот представьте себе, толпа народа, там сказано множество народа. И вдруг толпа затихает, расступается, подходит начальник синагоги. Вот. И все как бы, а что, что такое? Ну и мы знаем, что у Иисуса с официальным иудаизмом, с синагогой и с представителями были довольно напряженные отношения. И вот этот начальник синагоги падает ему в ноги. И все сразу в таком, я как представляю, вау, что такое? И эта история, здесь сразу же говорится, он указывает, что у его дочь, это известная, да, тоже история, дочь моя при смерти, приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. И Иисус пошел за ним. И вот смотрите, здесь какой нюанс. Начальник синагоги, вот он приходит и говорит: Иисус, пойди ко мне домой, у меня дочь при смерти. Это вопрос жизни и смерти, и у него она одна дочь, подчеркивается в тексте. Эта история у нас есть в Евангелии от Марка, у Матфея и у Луки. Ее хорошо сопоставлять между собой, нюансы. И он, Иисус, отзывается на это. И как мы видим, вот в этом ситуации, хотя официально, ну, как бы Иисус не был принят лидерами иудаизма, но для начальника синагоги это было в этот момент все равно. Он испробовал все, и у него осталась одна надежда на Иисуса. Ему было все равно, что скажут, как, может, его снимут с начальника, с его, как говорится, посадой начальника синагоги, все равно. Вот теперь ему нужен Иисус. И к его радости Иисус отзывается на его просьбу и идет за ним. И вот интересно, дальше можно представить, вот Иисус идет, начальник синагоги, они спешат, он говорит: приди, возложи руки. Он знает, что Иисус это делает. И он уверен, у него есть вера. То есть он не просит, а сделает, то есть он не спрашивает, если ты придешь и возложишь исцелиться, но он просто просит: приди, возложи, исцели. Вера? Вера. И здесь мы видим как бы вот веру в отчаяние, да, но она основывается на том, что уже Иаир знал об Иисусе, что он это делает.
его вот здесь, скажем так, он понимает, что Иисус отзовется, и он понимает, как Иисус это сделает. Придет, возложит руки. И вот они, можно представить, идет эта вся толпа с Иаиром, с Иисусом, все идут, и вдруг, нужно спешить, и вдруг все прикасаются женщины. Да. Вдруг все останавливаются. Что такое? Иисус разворачивается и говорит, кто прикоснулся ко мне? И все как бы, что такое? А ученики вообще говорят Иисусу, как в тексте сказано, я просто пересказываю, что учитель, так здесь куча народу, ну, это ж понятно, все прикасаются. И такой интересный момент, чуть-чуть ироничный, они как бы к нему даже, ну, Иисус, о чем ты говоришь, ну, что это? Но Иисус внимательно, как говорит текст, смотрит на толпу, и там в толпе находится женщина, которая, когда все это происходило, она шла в толпе, и вот история рассказывает, это вторая история, история в истории. Вот что интересно, бутерброд такой, история в истории. И она, женщина эта, которая страдала кровотечением на протяжении многих лет, и она потратила все деньги на врачей, это говорит, что, ну, очевидно, она была вдовой, и у нее не было родственников, но она была богатой, и она все потратила. И у нее возникла идея фикс. Она тоже слышала об Иисусе, и ее вера, теперь оцените, она просто для себя определила. Я подойду к Иисусу, коснусь края одежды и исцелюсь. Я не буду его ничего просить. Недостаточно одного касания. И как скажете, это левел веры побольше, чем у этого начальника синагоги? Ну, выглядит да, что серьезно. И вот теперь интересно, что ее вера, она, ну, она какая-то завуалированная, то есть спрятанная. Вот. И... Но Иисус четко определил это касание веры. Вот это интересно. Куча людей прикасались, но только одно было касание веры. Ну, это в духовном смысле, можно сказать, сегодня миллионы, если не миллиарды людей касаются Иисуса. Сколько как бы, из этих касаний являются касаниями веры? И что интересно, это сработало. Она в момент, когда прикоснулась, она исцелилась. Иисус это определил, как он сказал... Сила из меня изошла, как бы без моего спроса. И вот когда он внимательно смотрел, ну, не говорится, но можно понять, что эта женщина почувствовала, что он ее видит, вот конкретно ее. И она в страхе вышла из толпы и упала к ногам снова-таки, упала к ногам и призналась. В чем призналась, что она была больна много лет, кровотечение, это в принципе был риск большой для нее. Потому что это считалось осквернение, если она прикасается к другим, ритуальное. Но она это сделала, и здесь видно так интересно, что ее касание к Иисусу не осквернило Иисуса, но сняло с нее грех. Осквернение. Угу. Осквернение, да, которое было связано. И Иисус сказал, женщина, твоя вера тебя исцелила, иди. И вот этот момент... Он такой, мы как бы сфокусировались на нем, вау-вау, все такие, ничего себе. Но в этот же момент, вот можно представить, пока все это происходит, как топчется рядом с ноги на ногу этот начальник синагоги Иаир. Ну то есть, аж сколько можно, да у меня ж там вот, вот у меня. И интересно, что женщина, да. Говорю, и она еще рассказывает всю историю свою, да, Иисусу, а да, это ж да. Время. Да. Да. И она говорит, что я всю жизнь была больна. И вот я себе представляю, как начальник синагоги не говорит, но думает, женщина, да всю жизнь ты терпела, ты не могла потерпеть еще несколько минут? Да как же так? Ну, Иисус, ну ты тоже, ну ты же знаешь, что у меня, я же сказал, а ты стоишь, рассказываешь, разговариваешь. Вот можно представить вот это состояние внутреннего человека. И оно, кстати, бывает, мы же тоже так. Вот Иисус, Господь, помоги сейчас, да потому что как по-другому? Иисус, когда происходят все эти события, произошли, он говорит, ну что, ну я пересказываю снова-таки, что, идем дальше. И только они собрались идти, приходят от начальника синагоги, посланники из дома, вернее, и говорят, да уже все, уже не нужно идти.
твоя дочка умерла. И я себе представляю, что произошло в сознании этого начальника синагоги. Это, как вот знаете, дом, когда видишь, когда стоит, его подрывают, и все это падает. Вот это что-то внутри себе можно представить. Последняя искра надежды. И она в один момент бабах, и все рухнуло. И вот и очевидно на лице можно было увидеть эту катастрофу у этого начальника синагоги. И здесь звучат слова Иисуса. Не бойся, это 36 текст, только веруй. И его, вот здесь, его вера не учитывала воскрешение из мертвых. Да, и вот здесь ему нужно было сделать квантовый скачок. И я теперь хочу показать одну вещь, которая не сразу же видна. Она в Евангелии от Марка, но в Евангелии от Матфея и от Луки, интересно, она видна. Восьмая глава. Это история та же самая в восьмой главе. Значит, это исцеление, так и называется, в восьмой главе, в середине исцеления женщины, воскрешение дочери Яира. Все та же самая история, но есть один нюанс. Перед этой историей, Марк ее не пишет, но Матфей и Лука пишут. В седьмой главе есть такая история, исцеление слуги сотника. И я хочу, чтобы сейчас все вспомнили, как произошло это исцеление. Точно так же. Был Иисус, ходил, к нему он шел, вошел в Капернаум, и один сотник, это язычник римский, у него был слуга, который был ему как сын, и он заболел тоже смертельно. И пришли к Иисусу от сотника и передали ему просьбу: «Исцели моего слугу». И теперь вспомните, как Иисус отвечает: «Идем». Но что говорит посланники от сотника? Да не нужно идти. Скажи он уже здоров. Слово. Скажи только слово. Вау! Так оказывается, можно так? И вот смотрите, что интересно, какое есть вещи, когда иногда бывает у нас в голове, на этом примере истории, когда мы Бога загоняем в определенные рамки. Для начальника синагоги исцеление могло произойти только через касание, личное касание Иисусом. Но для сотника он говорит: так тебе не нужно идти, я начальник, я говорю слово, и на расстоянии от меня любом передают, и все происходит. Так и ты скажи слово, и произойдет. И реально Иисус говорит, что там сказано, вспомните, да? Услышав эти слова, Иисус удивился и, обратившись, сказал идущему за ним народу: сказываю вам, что и в Израиле я не нашел такой веры. Интересно, что сотник прошел эту веру такого уровня за какое-то время. Это его опыт жизненный. То есть не скачок, а вот именно жизненный опыт. А сейчас он только ее задействовал. И реально это сработало. Иисус говорит: хорошо, без проблем. И когда он это сказал, в этот же момент они вернулись, то есть они вернулись, эти посланники, и они поняли, сопоставили время, когда Иисус это сказал, слуга был исцелен. И теперь смотрите, эта история произошла до встречи Иаира с Иисусом. И очевидно, ну, 100% он знал о ней. Но внутри сработал какой-то клише, что обязательно... Он же мог прийти и сказать: Иисус, моя дочь при смерти, нужно исцелить. Иисус говорит: идем. Он говорит: так не нужно идти, ты ж так сотника исцелил, слугу, скажи слово. И это бы произошло. Но он сказал: идем туда, так. И именно из-за этого произошло то, что произошло. По дороге была исцелена, задержала эта женщина. Ее вера тоже... Так, Артем где-то пропал. Да, Артем, да, давай, продолжай. Да, назад, как говорится, на интересном месте. А теперь для сотника нужно проявить веру, которая, вот это я сказал, квантовый скачок. И теперь я еще раз хочу вот показать. Вот вера, так на экране, чтобы было видно, вот вера женщины. Там, вернее так, вот вера Иаира.
нужно прийти и прикоснуться, рассказать, пойти. Вот вера женщины. Мне достаточно прийти и прикоснуться, даже ничего не нужно говорить. Вот вера язычника, вот, который проявил сотник, еще выше. И он язычник, Иисус удивился, так я в Израиле такое не встретил. И теперь Иисус, обстоятельства, что Иисус не знал, что же девушка умрет, где дочка, да знал. Но поскольку это начальник синагоги, лидер духовный в этом регионе, он решает поднять веру Иаира выше веры сотник. Левел поднять. Потому что для него это все-таки стыдно, веру, уровень веры иметь ниже, чем веры простой женщины и языческого сотника. Нужно поднять повыше. И когда Иисус ему говорит, не бойся, только веруй, дальше происходят эти события. Они приходят туда и в дом. В доме все плачут. Там интересно, что это тоже ирония. Все плачут. Иисус спрашивает, что чего плачете? А они говорят, так умерла. Вот. А он говорит, так она не умерла, а спит. И в этот момент сказано, и смеялись над ним. Это интересный переход. Только что они рыдали. Когда Иисус говорит, она спит, они засмеялись. А ты что, прикалываешься? Вот. Но их всех выпроводили оттуда. Иисус оставил только Иаира, его жена осталась. И также остались ученики Иисуса, трое, которые с ним шли. И там Иисус совершил это чудо, которое известно, это слова. Девица, тебе говорю, встань. Талита куми по-арамейски. Вот. Талита, интересно, это буквально означает... Абракадабра. Нет. Это на арамейском означает, ну, по-украински так красиво звучит, ягнятко. Угу. Девча. Ну, вообще, оно переведено как девча, но вот талита, это значит ягнятко. Вот. Угу. Ну, как говорится, ну, как мы уменьшительно, ласкательно используем название зверей по отношению к детям. Да, зайчик там, что-то такое. Вот, да, вот так Иисус к ней обратился, встань, и вот она мертвая, она встала, и все были там изумлены, шокированы, и вот в этот момент Иисус, когда сказал, что сотник, тебе нужно верить, Иаир, тебе нужно верить, и каким образом, ну, то есть само действие веры Иисуса, оно должно, вернее, действие Иисуса, оно всегда опирается на веру людей. Потому что он даже в некоторых местах ничего не мог совершить по неверию людей. Но здесь, я не знаю каким образом, но Иаир сделал этот скачок. И знаете какой он? Он же описан, потому что он сказан. Верую Господи, он сказал, помоги моему неверию. Теперь представьте себе, что его сомнения, но выраженные Иисусу, это тоже было проявление веры и принято было как вера. Что он не развернулся, не плюнул, не обиделся, не бросил и не ушел, но остался и выразил свое сомнение в моменте. Это же, ну, то есть при такой формуле, когда у нас возникают такие моменты, значит, да все возможно. Но здесь есть момент, вера эта, она была вознаграждена, знаете, что интересно? И девочка, и Иаир, и сотник, и слуга сотника, все те, кто после этого верили в Иисуса, поставили его последователи, они же умерли, в конце концов. Так с какой верой они умерли? С верой, что придет момент, когда Иисус вернется, и они все встанут. Встанут для вечной жизни. И это вопрос снова-таки веры, с которой мы живем, с которой мы встречаем все, что в нашей жизни, и с которой нам ничего не страшно, как говорится, не должна быть страшна ни жизнь, ни смерть. Но могут обстоятельства в жизни быть, где нужно будет скачок вот этот веры. Повышение уровня. Повышение уровня, да. И именно это является залогом того, что мы готовы встретить любые обстоятельства жизни с доверием Господу, что бы ни произошло, все в его руках. Даже если кажется, все закончится фатально, но в конце концов
все будет прекрасно при воскрешении, при возвращении Иисуса. Это история, которую вот я сегодня хотел представить и для нас, как пример и вызов, потому что кто мы? Иаир, женщина или сотня? Или мы живем, как Иаиры, в окружении людей, которые иногда проявляют, как сотник, больше веры, чем мы, хотя мы больше знаем их. И иногда обстоятельства могут быть такие, что нам нужно будет поднять уровень веры, который должен соответствовать уровню наших знаний. Или этот бесноватый в начале главы, который вообще ничего, он настолько был с этими легионом бесов, что просто Иисус должен был его освободить, чтобы у человека вообще появилась возможность верить и мыслить. Да. То есть это еще нижний уровень, когда человек не может верить, потому что он просто одержим. Хороший пример. И этот бесноватый, что видно, это действительно сработало, потому что дальше он остался там, его Иисус заставил, и он проповедовал. И был успешным проповедником. Да. Спасибо, Артем. Очень действительно важные мысли. Здесь мне написали люди очень крутые мысли. Спасибо за них. Сказали, что только наши мечты могут ограничивать Бога. Также была идея, и сказали, что на этой истории, основываясь на этой истории, очень интересно объясняет веру Наполеон Хилл. Я лично не читал, не знаю, но так написали. Спасибо тебе, Артем. Я хочу просто, может, несколько таких уточняющих вопросов. Конечно же, Бог от нас ожидает веру, то есть ни образования, ни знаний, ни денег, именно веры. И Библия говорит, что вера от слышания, то есть больше слышишь Слово Божье, больше веры. Но вот эта история, ты только что рассказал, что все-таки, ну, получается вера от опыта или как? Потому что, ну, вот у человека было такое понимание, такой опыт, что Иисус должен коснуться. Но когда он познал то, что Бог может и словом, и воскрешать, тогда у него вера подросла. Или как? Ну, опыт слышания, что? Да. Здесь нужно понимать, что есть история, которая происходит вот непосредственно в режиме реальности. Это люди, которые вот мы о них читаем, да? Вот. Но есть другой уровень, это когда мы читаем об этих людях, читаем уже, слышим, да? Вот, исследуем. И это именно Слово Божье, которое мы исследуем. Mm-hmm. Это эталон. И для нас это, я тоже не могу это объяснить, но это тоже работает в смысле того, что наша вера, она происходит от восприятия Слова Божьего, таких историй. Mm-hmm. И мы в самой жизни, как говорится, это есть школа жизни, но есть и школа Библии. Эти две вещи должны идти параллельно. И здесь кто-то сказал, что знания мешают верой. Неправильные знания мешают, но правильные знания помогают. И я показал вот в этой истории правильные знания. То есть такой просто вывод. То есть с одной стороны мы строим веру нашу, не отталкиваясь от опыта, а именно от от слышания. Но даже маленький шажок веры, то есть, который мы делаем, он усиляет и поднимает нашу веру. То есть, когда появляется опыт того, что я верил, и это работает в моей жизни, это меняет меня, я побеждаю грех и так далее, конечно же, оно, как в этой игре, там, 2, 4, 8, 16, 32, и вера растет, и растет, и растет. Да, вера. И я просто добавлю, что здесь снова-таки пример, наверное, с обыкновенным компьютером и квантовым. Обыкновенный компьютер работает как? На линейной. 0, 1, 0, то есть операции линейно проходят. А квантовый еще есть полу. Да, у квантового у него происходит операция одновременно, несколько операций одновременно. Поэтому нельзя сказать, что здесь, когда мы говорим о таких вещах, что есть линейная. Сначала это, потом это. Сначала это, потом это. Я бы скорее сказал, что происходит одновременно вещи. Они взаимосвязаны, параллельны. И они одну другую, значит, подталкивают. Артем, опыт и знания. Последний вопрос. Может ли такое быть, что Бог
в нашей жизни духовной усложняет ситуации, чтобы наша вера росла? На примере, на примере Иаира. Конкретно этой святой, да, мы видим, что Иисус сознательно усложнил ситуацию, сознательно. И в этом была причина, потому что Иисус, когда сказал, что я не видел такой веры в Израиле, как у сотника, то вот он, Израиль, стоит передо мной. То есть это Иаир. И да, стоит, бывает обстоятельства, но мы должны понимать, что это бывает для нас. И для нас Иисус делает. Но и, чтобы мы но вышли, и для кого-то. Чтобы мы, но и для свидетельства. И потому что это касается, во-первых, нас. Это когда мы Бога действительно в рамки загоняем, и вот мы его представляем, вот только так он может действовать. А для других, чтобы этот опыт, реальный опыт, мы могли его рассказать как живые свидетели. Супер, я пережил это на своей жизни, и вот Оля сейчас тоже на трансляции, она в своей жизни тоже пережила и с экзаменом, когда ты и так не знаешь, как сдашь, а здесь еще и вопросы все меняются, и вообще ситуация настолько усложняется, что потом, когда ты все-таки получаешь этот опыт с Богом, ты понимаешь, ну, это был точно Бог, потому что было намного сложнее, чем ты даже думал. Хорошо, я желаю всем нам, конечно, расти в вере, потому что без этого никакие дополнительные знания теологические нам никак не 100%. Ну и Артем, я в прошлый раз спрашивал у Олега, есть ли у тебя какие-то идеи, чтобы нам такое почитать на этой неделе? У людей карантин, да. Есть время. Есть предложение, и снова-таки это и книга, да, и какой-то фильм. И бы фильм лучше, а то не все читают. Да, хорошо. Нужно еще кому-то картинки посмотреть. Да, да. Живые. Хорошо. Да, я предложу, но сразу же предупреждаю, да, что это фильм, который имеет очень серьезную, классную такую духовную основу. И он как раз в этом стиле, который я говорю, что, как вот мы делаем философский камень, да, или стиль Клайва Льюиса, когда это история в обгорте, как говорится, иронии. Обвертки. Да. Вот, но содержание очень такое серьезное. Вот, фильм называется, может, кто-то видел, но я рекомендую, кто не видел, называется «Монах и бес». Фильм называется «Монах и бес», и это нужно воспринять как вот такую тоже притчу. И я рекомендую посмотреть. И это фильм о вере. Да, это фильм о вере. Вот. Но я книгу все-таки предложу. Давай. Кто читает, и, кстати, ты не будешь удивлен. Автор Жанна Гийон. Так и знал. Хотел даже тебя, понятно. Подтолкнуть, да? Опередить. Да. Автор Жанна Гийон. Там спрашивается, это тот, кто капитана убил кто-то. Нет, это называется «Остров». Это не то. Да. Вот, но, значит, Жанна Гийон, автор 17 века, сразу скажу, она католичка, но она была, она принадлежала к движению квиетистов, которых сами католики преследовали, и она какое-то время отсидела в Бастилии, ее инквизиция посадила, и просто по содержанию ее вести, это... потрясающая такой сама по себе женщина и ее духовные поиски и размышления. Книга. У нее есть несколько книг, но я рекомендую. Такая она небольшая, очень практичная. Она о молитве, о вере. Познание глубин Иисуса Христа называется.
познание глубины Иисуса Христа. Есть еще одна, достигая совершенства, но хорошо начать с этой. Ее хорошо. Можно прочесть. Хорошо, друзья, мы напишем в нашем посте, то есть познание глубин Иисуса Христа Жанна Гийона, это книга, которую мы читаем на этой неделе, и «Монахи без» — это фильм, который мы смотрим, русского производства, притча, которая показывает тоже, раскрывает немножко ту тему, которую мы подняли. Всем благодарны, что вы были с нами. В первую очередь это Артему. Артем, у тебя еще есть пару часиков поспать перед тем, как служение начнется, потому что служение будет онлайн, не нужно никуда ехать. Но мы очень благодарны, что был с нами. У нас была когда-то идея, и я думаю, мы ее даже реализуем. Может быть, даже скоро, чтобы Артем был нашим спикером на нашем лагере молодежном. Мы с Артемом эту идею обговаривали и с молодежью, но пока еще это, конечно, откладывается в связи с этой ситуацией, но я думаю, мы это сможем сделать. Да, кто видел нашу рекламу, очень классно, круто, я благодарен всем, кто делает рекламу. Я сам прибалдел от рекламы. Да, и другим каналам, которые это делают, Следопытскому каналу и другим, но, конечно же, и нашему руководителю нашего маркетингового отдела, так сказать, пиарщику Насте, молодец. Хорошо. Благодарят нас здесь люди. Да, говорят, что Бог выводит человека из его зоны комфорта для того, чтобы ему было чему-то научиться. И была даже такая мысль, что нужно очень осторожно молиться, да, чтобы, если мы молимся напрямую, Боже, мы хотим тебя больше познать, Бог может усложнить нашу жизнь. Да, согласен. Я на практике тоже, да, думал об этом как-то, и я как-то помню, когда падал в своей жизни такой практически, я говорил, Боже, я сам попробую с твоей помощью победить грех, не нужно ничего усложнять, не делать никаких плохих вещей в моей жизни, потому что я понимал, что ради моей вечности Бог может и усложнить, да. Хорошо, давайте мы помолимся в конце и будем прощаться. Напоминаю, что у нас после нашего общения через 10 минут начинается Worship Live из Сашей Патрашко. Артем, помолись. Окей. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты в нашей жизни слышишь и видишь наши нужды и потребности и готов на них ответить, исходя из того уровня веры, который у нас есть, а также из уровня знаний, которыми мы обладаем. Помоги нам на примере сотника, женщины и Иаира углубить свою веру так, чтобы мы были готовы встретить любые обстоятельства жизни, оставаясь верными Тебе, доверяя Тебе, чтобы наша любовь к Тебе не колебалась, и чтобы наш опыт жизни, который пересекается с нашим познанием Твоего Слова, чтобы он был свидетельством для других людей, что такое христианская вера. Дай, Господи, нам веры, и мы скажем, как Иаир, веруем, Господи, помоги нашему неверию. Веди нас, поддержи нас и помоги нам достигнуть Твоего царства, чтобы нам увидеть воочию то, что Ты пообещал, и то, во что мы сегодня верим. Благослови всех нас на сегодняшний день, наших всех, кто сейчас слышит, друзей, на этот вечер, на ночь. Благослови нас в субботу эту. Да будет Тебе слава, как нашему Творцу и Спасителю. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Смотрите «Философский камень» и ждем вас следующую пятницу. Нашим гостем будет Руслан Друми. Это пастор из города Чикаго, который у нас был на прошлом лагере спикером. Будем рады вас всех увидеть. Я сохраню этот лайв. Кому интересно, можете рекомендовать, чтобы люди посмотрели. Всем пока. Пока, Артем. С Богом. Спасибо тебе.